Ну, у вас масочный, у нас нет. У вас нет, а у нас, да. Ну, носите маски, мне не надо. Вон маска, вот это одноразовая, возьмите, оденьте, хотите. Кого? Масочка вон, лежит одноразовая. Мешочки. Вот, мешочки возьмите, одноразовую маску оденьте, ходите тогда по магазину. Не, не буду я одевать ее. Я в Чернобыле без маски ходил, вы что, издеваетесь? Но здесь у нас нельзя, у нас штрафуют. Штрафуют? Ну пусть оштрафуют, попробуют. Маска – это рекомендательный характер. Но нам нельзя. Рекомендательный, понимаете, рекомендательный. Рекомендательный характер. Вы директору говорите, а не ей. Масочный режим везде, никакой не рекомендации. Да? Да. А завтра скажут, в противогазе ходить будете? Будете. В против... Да? Будете. А потом скажут, прежде чем зайти в магазин, надо головой удариться. Будете биться? Все с вами ясно. Вот поэтому страна в жопе из-за таких, как вы.